Фестиваль «Сила духа Алтая» в Барнауле проводят уже в третий раз. По традиции – грандиозно. В этом году выступает даже рота почетного караула. Также на открытии показали выступления бойцов разных единоборств, начиная от дзюдоистами и заканчивая кикбоксерами. Вообще, спорт – это одно из главных направлений фестиваля. Фестиваль посвящен героям России, труда, доблести, труда, спорта, культуры, науки, производства. Те люди, которые сумели внести свою лепту в наш город и край, в свою малую родину. Собственно, отсюда и начинается путь большой великой России. Фестиваль посвящен Евгению Новикову, который продвигал ветеранское движение в крае, а также помогал развивать спортивное и военно-патриотическое воспитание молодежи. Поэтому передача опыта подрастающему поколению – одна из главных функций мероприятия. Он ветеран боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, было несколько командировок. И в 22-м году он отправился с гуманитарной миссии на Донбасс. И как раз при разгрузке складов произошел обстрел. Он месяц числился без вести пропавшим. К сожалению, погиб. Фестиваль традиционно славится обилием площадок разной направленности. Волонтерские движения, спортивные развлечения по типу перетягивания каната и самое интересное – обилие военно-исторических выставок с экспонатами 80-летней давности. Погрузиться в важные исторические эпохи можно было по-разному. Здесь зона VR-очков, то есть современные технологии в молодежной среде, они очень востребованы. Там и реконструкция, и поезд Победы, можно посмотреть в 3D-моделировании и погрузиться, выйти в космос, в открытый. Фестиваль входит в программу патриотического воспитания молодежи под названием «Диалоги о мужестве. Верь в себя. Ты чемпион своей жизни». За год в проекте от Общественной палаты Алтайского края поучаствовало 12 тысяч школьников. А уроки с ветеранами, с успешными спортсменами, политиками, предпринимателями прошли во всех барнаульских школах. Что касается самого фестиваля, на следующий год организаторы надеются, что получится сделать еще больше площадок. Тем более число заинтересованных растет. Вот я третий год прохожу здесь, смотрю на эти прекрасные коллективы, творческие, спортивные. Вперед за душу единение. И что изменилось, не могу сказать, все хорошо каждый год. Спасибо большое организаторам данного мероприятия. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком.